Книга «Открытым оком», 8 том, тема «Монашество», вопрос 2172. Где-то с 80-х годов вдруг стали говорить о каком-то Игнатии Брянчанинове. Почему о нем не слышали раньше, и кто он такой, когда жил, чем прославился, и чему мы можем у него научиться? Ответ Игнатия Тихоновича Лапкина. Вышел семитомник его трудов. Возьмем из первого тома отрывки из его биографии. Том 1, страница 6, кавычки открываются. Младенец Дмитрий родился 6 февраля 1807 года. Искра божественной любви запала в его чистое сердце. Она сказалась в нем безотчетным влечением к иночеству, к его высоким идеалам, которыми так полна родная сторона, особенным расположением ко всему священному и истинно прекрасному, сколько это доступно для детского возраста. Его отец Александр Семенович Брянчанинов, потомник древних дворян, был в полном смысле слова светский человек. Паж времени императора Павла Петровича, он имел необыкновенно развитый вкус к изяществу в домашней обстановке. В наследство ему осталось около 400 душ крестьян, да живописное село Покровское. Супруга его София Афанасьевна происходила также из фамилии Брянчаниновых, и как женщина замечательного образования, весьма благочестивая, памятуя, что муж есть глава, во всем подчинялась влиянию мужа, разделяя его взгляды и понятия. Страница 11. По сдаче экзамена Дмитрий Александрович зачислен был в кондукторскую роту главного инженерного училища, а действительная его служба стала считаться со дня принесения им присяги, 19 января 1823 года. Страница 12. «Ступил я в военную и вместе ученую службу не по своему избранию и желанию». Страница 12 же. «Я сожалел о юнкерском мундире. В нем можно было, приходя в храм Божий, стать в толпе солдат, в толпе простолюдинов, молиться и рыдать сколько душе угодно». Страница 13. «Будучи монахом по душе и еще на 16-м году жизни, испытав благодатное действие молитвы, набожный сей юноша не мог довольствоваться установленным в училище обычаем только однажды в год приступать к таинствам исповеди и святого причастия, а нуждался в более учащенном подкреплении себя этой духовной пищей. Почему для удовлетворения своего желания он обратился к законоучителю и духовнику училища. Такое необычайное среди юношества явление вызвало удивление духовника, особенно когда исповедующийся сказал, что борим множеством греховных помыслов. Не делая различия между греховными помыслами и политическими замыслами, отец протоиерей счел своей обязанностью довести об этом обстоятельстве до сведения училищного начальства. Начальник училища генерал-лейтенант граф Сиверс подверг обвиняемого юношу формальному допросу о значении помыслов им самим признанных греховными. Немецкое начальство, не уяснив себе значение этого выражения, за Брянчаниновым стало следить. Страница 19. Было дознано, что лаврский духовник Афанасий склоняет его к монашеству, и что если об этом будет узнано при дворе, то и ему, митрополиту, не избежать неприятностей. Митрополит призвал к себе духовника Афанасия и сделал ему строгий выговор, воспретив впредь принимать на исповедь Брянчанинова и Чихачева. Страница 26. Выход со службы Дмитрия Александровича совершился без ведома родителей, а потому, естественно, навлек на себя гнев их. Страница 34. Он много читал отеческих книг, знал весьма твердо Иоанна Лествичника, Ефрема Силина, добротолюбие и писание других подвижников. Он стал просить архиерея оказать ему милость и ввиду семейных обстоятельств поспешить постричь его в монашество. Сие было совершено 28 июня 1831 года, в Малую Схиму, и наречен был Игнатием в честь Игнатия Богоносца. Пребывание в Вологде заставляло его часто вращаться в кругу родных и знакомых,
многие из них стали его посещать и требовали от него взаимных посещений к себе. Страница 34. Баленчининов высокого роста, стройный и статный, русый, кудрявый, с прекрасными темно-карими глазами. На нем был овчинный тулуп, крытый нанкою горохового цвета. На голове послушническая шапочка. Страница 54. Улучшение и распространение хозяйства и доходы от богомольцев, во множестве стекавшихся в обитель, дали возможность содержать большее число братьев, нужду в которой увеличивали как сами богомольцы, так и частые требования начальства о командировании на флотскую службу иеромонахов. Монашествующие нередко командируются во флот для морских компаний. Страница 36. 4 июля того же 1831 года был рукоположен Преосвященным Стефаном в иеродьякона, а 25 того же месяца в иеромонаха, в скобочках, в возрасте 24 лет. Страница 61. 27 октября 1857 года поставлен в епископа Кавказского и Черноморского. Страница 62. Прожив в Сергиевой пустыне без двух месяцев 24 года, епископ Игнатий оставил ее в весьма цветущем состоянии. В его управление обитель украсилась тремя новыми великолепными зданиями. Сергиева пустынь дала 16 настоятелей, 10 архимандритов, 5 игуменов и одного строителя. Страница 72. Брат владыки Петр, испросив увольнение от службы с должности губернатора, поселился в монастыре на правах богомольца. В 7 часов утра владыка имел чай, который признавал необходимостью как средство, согревающее кровь, и говорил: «Вот что значит старость. Не напившись чаю, и Богу не способна помолиться». Пользовал многих больных медикаментами, в скобочках гомеопатией. В исходе 12 часа дня владыка обедал. Стол его был прост, и вкушал он очень умеренно. В 3 часу кушал чай. С 8 часов вечера запирался в своих кельях. Он спал, не раздеваясь обыкновенно, на ночь надевал валеные сапоги, по причине болезни ног, издавна простуженных. Страница 74. Все свободные часы своего дня владыка отдал пересмотру и пополнению своих аскетических сочинений. Страница 78. О кончине своей просил родных не уведомлять, предать земле, а потом уведомить. О том, как и где похоронить, не говорю и не завещеваю, потому что не желаю связывать действий ближних за пределами моей жизни, и притом в том, что никогда почти не исполняется. Страница 78 же. Я не умру до тех пор, пока не кончу дело своего служения человечеству и не передам ему слов истины, хотя действительно так ослабел и изнемог в телесных силах. 78. Нравственное состояние монастырей находится в совершенной зависимости от нравственного состояния народа. Народ развращается, развращаются и монастыри. В них много вкралось предосудительного, много дурного. Страница 82. Когда я буду умирать, не посылайте за доктором. Дайте умереть мне как следует христианину. Во внимание. Не рассеивайте меня вашей тревогой. Страница 83. Умер 30 апреля 1867 года, в скобках 60 лет. На левом виске была заметна синяя жилка, спускавшаяся около уха по щеке, полоской красноватого цвета. Вероятно, след пути, которым смерть вошла в тело. «Можно узнать, — говорил он, — что почивший под милостью Божией, если при погребении тела его печаль окружающих растворена какой-то непостижимой отрадой». Кавычки закрыты. Не знали о нем, потому что не был канонизирован. А дальше, как лавина пошла, ко мне стали подходить. «Вы в честь его названы?» «Нет, в честь Игнатия Ростовского чудотворца». Он обработал, сократив жития и поучения святых отцов. Его «Отечник» я издавал на двух катушках, 17 часов звучания.
Поучиться очень многому можем. Но вот сам он какую веру имел? Судя по огромной его биографии и житию, у него не было личной встречи со Христом, как у апостола Павла. Он очень долго искал веру. Это состояние всей России. Спасение искали только в монастыре, не по евангельскому пути шли. Митя Брянчанинов искал не в Библии ответ, а в трудах монахов. И оказался среди них. И уже умирая, он просит за монашествующих. В его жизни не было абсолютно ничего, за что его можно было бы канонизировать. Его к лику святых причислили монахи, как монаха, защищавшего монашество. Хотя он говорил о бедственном и почти исчезнувшем истинном монашестве. Страница 39. Кавычки открыты. Скажу здесь о монастырях российских, плод многолетнего наблюдения. Может быть, начертанное на бумаге оно пригодится для кого-нибудь. Ослабела жизнь иноческая, как и вообще христианская. Ослабела потому, что она находится в неразрывной связи с христианским миром, который, отделяя в иночество слабых христиан, не может требовать от монастырей сильных иноков, подобных древним. Кавычки закрыты. Сегодня его труды изданы прекрасно, но они мертвы для сегодняшних людей. Он, как и все умные монахи, исследовал грех, препарировал его по частям и по этажам. Монахи не шли в мир с проповедью, и в этом их огромная вина. Россия потеряла лучших своих представителей, они ушли в молчание, и их глаз замолк. По сравнению с ним Феофана Затворника услышали больше, и еще больше услышали Иоанна Кронштадтского. У отца Григория Диченко написано намного лучше и доступнее. У Игнатия все сверхзаумно, и не запомнишь ни страницы. Через час спроси, и уже пусто в уме. Им только трясут, а он не жизненен. Он был на 8 лет моложе Пушкина и встречался с ним, и с Крыловым, и с другими писателями и поэтами. Но только Лесков, очевидно, упоминает об Игнатии. Иов, 5 глава, 7 стих. «Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх». Игнатий Брянчанинов, епископ Черноморский и Кавказский, 7 книг, Москва, 2001 год, по благословению патриарха Алексия II. Благовест, от 500 до 734 страниц, в томе. Том 5. Приношение современному монашеству. Страница 4. Кавычки открыты. Частая, почти постоянная встреча с руководителями, болезновавшими слепотой и самообольщением. Страница 9. Идя из кельи в церковь, предстать лицу Божию, должно в походке сохранять благоговение, отнюдь не бегать, по сторонам не смотреть, но иметь глаза опущенными к земле, руками не махать, но держать их опущенными вниз. На стены не облокачиваться, держать руки опущенными и не складывать их вместе, не оставлять ног, но стоять на обеих ногах ровно. На народ, присутствующий при богослужении, не должно оглядываться. Страница 16. От небрежения к малому и точному легко и скоро переходим к небрежению о важнейшем и обо всем. Чтобы сохранить внимание к важным обязанностям своим, должно постоянно наблюдать за собой и быть внимательным во всем, самым мелочным своим действием. В церкви табаку не нюхать. Мирские наши братья весьма соблазняются на употребление табаку монашествующими. Страница 18. Священные книги должно содержать честно, воздавая честь живущему в них Святому Духу. Отказаться от всякого знакомства вне и внутри монастыря. Заповедал Симеон Благоговейный Симеону Новому Богослову. Страница 19. «Блажен ты, если нашел старца сведущего, опытного и благонамеренного. Удовлетворительный наставник в наши времена – величайшая редкость». Страница 20. «Им идет одежда черная, в которой облекаются человеки в знак своей глубокой печали. От роскошной одежды являются в новоначальном тщеславии и ожесточение». Страница 21. «Брата отнюдь не брать за руку,
Нарушители сего подвергались в египетских обителях, лучших в христианском мире, публичному монастырскому наказанию. Страница 22. Не должно позволять себе крика, нестройных, излишне вольных телодвижений. Новоначального предавшегося скитанию надо благовременно извергать из монастыря. Страница 25. Остерегайся бесед, они не всегда полезны. Страница 26. Мудрый Василий преподал юношам наставления, наиболее относящиеся к их наружному поведению, зная, что благочиние немедленно сообщается от тела к душе, и благоустройство тела весьма скоро приведет к благоустройству душу. Страница 27. Нет страсти более лютой, как дерзость. Она — родительница всех страстей. Подвижник должен воздерживаться от вольности в обращении. Авва Агафон. Страница 32. Притворство очень нравится слепотствующему миру, привлекает к себе похвалу, уважение, доверенность человеков. Фарисей, хотя и говорит непрестанно о Боге и о добродетели, но вполне чужд Бога и добродетели. Он готов и способен на всякое злодеяние, на всякий низкий поступок для удовлетворения своему самолюбию. Страница 38. О непрочности монашеского жительства, когда оно не основано на евангельских заповедях. Страница 42. Епископ впал в блуд с Иннокинию, и она сделалась беременной. Он оставил епископство, ушел в келью. Страница 54. Антоний Великий, глава монашества, учредитель пустынного жития, удалился в пустыню. Уже облегшись силой свыше и не иначе, как призванный Богом, хотя этого и не сказано ясно в житии его. Страница 55. Безмолвие губит неопытных. Страница 63 и 64. Прещения бесовские. Инок сошел с ума. Страница 69. Достигли и в отшельничестве сильнейшей бесовской прелести. Франциск Ассизский, Игнатий Лойола и другие подвижники латинства, признаваемые в недрах его святыми. В кавычках. Кавычки открываются. Когда Франциск был восхищен на небо, говорит писатель его жития, то Бог-Отец, увидев его, пришел на минуту в недоумение, кому отдать преимущество, сыну ли своему по естеству или сыну по благодати, Франциску. Кавычки закрыты. Что может быть страшнее, уродливее этой хулы, печальней этой прелести? Страница 70. В наше время, в нашем отечестве отшельничество в безлюдной пустыне можно признать решительно невозможным, а затвор очень затруднительным, как более опасный и более несовместный, чем когда-либо. В этом надо видеть волю Божию и покориться ей. Страница 73. Акакия, спасшегося у жестокого старца, который согнал бесчеловечными побоями ученика своего преждевременно в гроб. Страница 74. Монахини, приняв странника-разбойника, омыли его ноги и пили ту воду. Исцелилась больная. Кавычки закрыты.